Если я попрошу, ты сможешь сделать кое-что? Только никто не должен знать, что это ты сделала. Даже близким не говори. Никому. Из наших даже не надо. Ты можешь кого-нибудь попросить или снять какой-нибудь клип и написать о том, что, что Пичуев умер. И написать, то есть, блин, надо найти человека. Человека, о котором они еще не слышали. И создать канал левый. И чтобы он там просто обвиняю Ингу Хосрой, вот такой ролик снял, в котором он будет говорить, что все те, которые против нее говорят слово, начинают потом страдать. У них жуткие вещи творятся в жизни. Сказать якобы от его имени, что он сам когда-то сам со мной поспорил, но высказал личное мнение, после чего у него там сгорела дача. Он чуть еле не сгорел и так далее, и так далее. А потом сказать, что сейчас у него есть достоверная информация, что Пичуев умер. Внезапно у него остановилось сердце. И что это творится за безобразие? То есть обвиняет меня. Не хвалит, а обвиняет. Но нужно, чтобы это был такой человек левый, которого никто не знает. Понимаешь? Вот о чем речь. И где бы такого найти? Даются мне джентльмены. Это была комедия. Зайди-ка ты к этой Макаровой, к брату, к сыну. Зайди к ним туда, в друзья. Найди их невестку. Найди, покажи ей канал ее свекрови и расскажи все. Скажи, что она просто начала оскорблять человека, который имеет очень большую силу. И ты обещала, что сделает порчу на твоей дочь. Покажи вот эти последние порчи. Порча четырех. Порча огонь молоха. Скажи, я просто переживаю за вас. Видимо, вы не знаете, что ваша свекровь вытворяет. У нее нету стыда, совести. Ей абсолютно наплевать, что ваш ребенок за нее пострадает. Скажи, но если вы извинитесь перед ней, может быть, она возьмет обратно свои слова. Только вы извинитесь перед ней, и тогда сможете спасти своего ребенка. Потому что ее бабушка очень спокойно рискует своей внучкой, чихать она хотела. Зайди, найди сноху. Да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка, медвежонка, волчонка, слоненка, топ. Ненасытное чучело бедную крошку замучила. Найди танцы. Покажи ему бабкины танцы. Покажи вот этой Ольге Калиниченко, там благодарность, там не знаю. Нет, покажи ему бабкины танцы. Покажи, где она там высмеивает. Скажи, некоторые ролики она удалила. Она высмеивала, ни за что человека взялась и начала преследовать. Вы понимаете, что это очень некрасиво? А она человек, которым вся Россия ходит. Вы знаете, тетка Чарли из Бразилии, где в лесах много диких обезьян. Она очень многим помогает. И естественно, если она ее довела и взяли фото вашей дочери и будут делать порчи. Посмотрите. Сначала покажи бабкины фокусы и танцы. Он охренеет. Я тебя подлазнаю, я тебя десерту лишу сегодня. Матвей, по большому счету, я, честно, я даже рада. У меня какой-то как груз ушел. Я как-то считала себя ответственной за их тупости и постоянно приходилось исправлять то там, то тут. Ушел груз с моих плеч, но пускай бы ушли они по-человечески, по-людски просто, понимаешь? Они вот так вот взять и обосрать всю меня, мол, ну там смотрят, давайте не будем. Давайте не, блядь, какой черной душой нужно обладать, чтобы говорить одно, потом вообще резко перевернуть и все по-другому сказать. Адекватные они. Я неадекватный, Матвей. И тоже тебя пожалела, блин. Матвей, бедный Матвей. Вот под гипнозом находишься. Ты понимаешь, если бы она не повторяла слова Алисы, и причем Алиса-то из-за нее так вот сделала, по большому счету, из-за ревности, ненависти. Блядь, ну ублюдка. Ублюдка просто, вот по-другому не... Ублюдинка. Тьфу, блин, тварь. Вообще виду не подам. Но если я ей прощу, ты знаешь, что никто не возвращается. Кто от меня уходит, больше им дорога уже заказана обратная. В жизни больше не вернется.
от разорённого ещё никто не уходил! Ну, блядь, надо было уйти как человек. Просто как человек. Она выплеснула всё, что ей не нравилось. Всё, что её злило, понимаешь? Зависть. Понятно. Так вот, надо дружить с теми, кто тебе наравне. Вот наравне мы были с Ольгой, пока у меня были трудности. Она хотела жалеть меня туда-сюда. Я мало сделала для Ольги. А потом резко до свидания. Нехороший человек. Надо Софи потом. Я не знаю, Софи там с Алисой, Алиной, то есть дружит там очень Вась-Вась. Ну, со временем, как она хочет, знаешь. Хочет, будет, хочет. Я уже никем не хочу дорожить. Ну и дура. Потому что, омерзительно это все. Пошли они нахуй все эти великие практики, блядь. Настоящих мало. И те, которые настоящие, тоже не до конца идут. Вон, Ольга тебе в пример, что с ней стало и что она делает вообще. Что она делает. То же самое, когда ей шубы дарили, когда ей кожу дарили. Я почему-то ей не завидовала, Матвей. У меня почему-то ненависти не было к этому человеку. Я радовалась за нее искренне. А когда я начала чуть-чуть подниматься, ей это не понравилось. Она уже стала по-другому, понимаешь? Она начала меня сбивать с пути всеми методами, чтобы я слабее выглядела. Омерзительно это все. И Шойф тебя стал сразу такой влюбленный. Истинные причины ухода Андрея Малахова с Первого канала. Внимание, слушаем. Мне на самом деле плевать на него. Просто я тогда разозлилась, что всякая шушера приглашает туда. Уже надоели вот эту хуйню, извините, показывать. Ну, я так сказала, и все. Так, особо-то ничего я ему не делаю, мне не нужен столик. Потом через некоторое время, узнаю, его выгнали. Там целая история, скандал начался. Ты же клялась, что никого у тебя не было в жизни. И вопрос, вот без лести, без ничего. Как ты думаешь, что обо мне думают мои зрители? Дура ты. И муж у тебя дурак, хоть и помер. И Шурин дурак. И коза у тебя дура. Психопатка чертова. Вот гордятся мной или осуждают. Без лишних слов. Вот что ты думаешь действительно, как обо мне думают мои зрители? Уважают и боятся, скажи тоже. Погодите, не спешите. Я вас мигом проглочу. Проглочу, не помилую. Задрожали. В обморок упали, волки от испуга скушали друг друга. Бедный крокодил жабу проглотил. И сидят, и дрожат под кусточками, за болотными прячутся кочками. Крокодилы в крапиву забились, и в канаве слоны схоронились. Принесите-ка мне звери ваших детушек. Я сегодня их за ужином скушаю. Бедные звери воют, рыдают, ревут. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось?